привет, Новосиб. Нет, это не группа NSYNC, это Noise MC. Да, мой голос слегка осип, но это не значит, что чего-то не случится. Матч состоится при любой погоде. Все единицы поднимают руки в этом народе. Все подходят ближе, если они еще далеко. Я машет рукой, мне на сцене становится легко, когда меня поддерживают абсолютно каждый. И каждый из гражданок и граждан, которые сюда пришли уже не однажды. Наверняка на других концертах вы бывали, наверняка бывало и побольше народу в зрительном зале. Но мы на это плевали. Если вы не устали, то я, пожалуй, еще тоже пару куплетов попристайлю. А вы заполняйте зал, я сказал. Заполняйте зал, заполняйте зал. Заполняйте зал, заполняйте зал, я сказал, я сказал. Вы видели, как ловко я слово на слово навязал, и после этого навязал вам представление о том, что надо заполнять зал. Он еще не заполнен, продолжайте заниматься этим. Взрослые и дети, абсолютно каждый на свете. Сейчас, уже познавший, что такое петинг, и никогда не видевший тёлки, кроме как в интернете. Абсолютно любого возраста и абсолютно любого пола, я бы хотел, чтобы вы послушали наши рэпы и рок-н-роллы, которых сегодня мы исполним достаточно много. Это не убого, это не концерт, блять, группы Серега. Это гораздо более офигенное шоу. Спасибо всем, кто пришел. Я надеюсь, я достаточно смешон. Я сниму капюшон и зачитаю вам потом голышом. Вы, кстати, купили уже мой лицензионный альбом. Я знаю, найти его можно с трудом, но вы найти его сможете. Если вы еще не уничтожили, то уничтожьте, блин, всех этих уродливых пиратов, которые неправильно пишут трек-листы. Им пизды дать надо, всем этим гадам. Абсолютно каждому я бы съездил по ебалу, но это пофигу, занимайтесь заполнением зала. Заполняйте зал, я сказал. Заполняйте зал, заполняйте зал. Заполняйте зал, заполняйте зал, я сказал. Вот я уже и толстовку снял, но гитару пока что не взял. Заполняйте зал, дорогие друзья. Моя стезя — это делать хип-хоп и не отходить от этого ни на минуту. Но порой становится трудно читать тексты все эти нудные. Тогда я по желанию обоюдному вместе с залом беру гитару и делаю так, чтобы не показалось мало. И чтобы все поняли, что это не ебучий Влад Валов, а гораздо серьезнее тема. Вас всех обязала эта музыка заставить своими ладошами хлопать. Давайте сделаем это, и все предрассудки идут в жопу. Если кто-то стесняется, париться не надо точно. Давайте подыгрывайте мне под этот бит сочный. Единственным доступным вам инструментом, который слышно, это наверняка ваши аплодисменты на афишах. Я изображен типа как на обложке альбома, но я сегодня так не буду выглядеть. Это мое промо, это мое ебаное промо. Я написал это дома. Я хотел, чтобы каждая клава из дома сейчас осознала, как классно Пашок делает перебои по томам. Перебои по томам. Вы слышали, как это звучало? Отлично, продолжайте работать над заполнением зала. Я хочу, чтобы всех раскачало в эту минуту. Вам же это не трудно, правильно? Нет, паскуды, здесь не одно. Здесь собрались замечательные люди. Уверен, об этом концерте будут говорить как о чуде. Это заготовки, да, напоминаю всем своим врагам. И я вам еще не раз сегодня спуску не дам. Я нахожу и быстро вычисляю каждого урода из народа, который стоит и показывает, что у него хуевая погода. Дома, видимо, что-то не так. И он именно поэтому, сука, стоит и показывает. Но если кто-то так поступит, то давайте отрубим его сейчас сразу. Договоримся, что не будем. Не будем скрываться и расскажем, как все и было. Правильно или нет? Как было бы мило, если бы сюда приехали вместо нас парни из Cypress Hill'а. Мы не Cypress Hill, но зажечь можем нехило. Вам такое не снилось? Заполняйте зал, ребята. Заполнять зал необходимо, это надо. Заполняйте зал, я сказал. Заполняйте зал, заполняйте зал. Заполняйте зал, я сказал. Сон продолжается, но потихоньку начинает утихать. Это очень грустно, музыканты давно хотят бухать. Вот так пахать, как мы пашем, довольно трудно, как Паша целыми днями на барабанах ебашит. И как играет на своих клавишах Максим. И как вот этот басист группы Noise MC своими колбасками дергает две ноты с половиной. От этого ужасно устаешь. Вы видели эти картины, когда эти кретины приходят в гостиничный номер. Каждый из них на сцене буквально вчера помер. После этого еще набухался, а сегодня играть концерт. И это отвратительно, у меня появляется акцент. Начинаю разговаривать неразборчиво. Неразборчиво и рифмовать плохо, но громче мы не будем делать голос, и поэтому покажется, что круто. Вас раскачает еще круче через минуту. Подождите немного, и так бас затихает. Смотрите, Саша уже не играет. Максим пока продолжает, но вот на этой секунде он тоже перестанет делать вот этот музон нудный. И остается всего лишь один Пашок. По залу расходится за Пашок голимый слушок, что мы играем под фанеру. Ребята, не принимайте это на веру. Мы нарезали, конечно, всю эту музыку в Неро. Теперь поставили на сидюке, и для нас не проблема. Для вас тут выступать, как последний эмо. Прыгать по сцене, дергать струны и все такое. Тема в том, что Пашок начинает играть, но не сразу. Смотри, значит, сейчас переставай играть бочку, браза. Остается только рабочий хэд.
Он, кстати, передает Новосибирску привет. Вам респект, надеюсь, понравилось вам. Итак, Пашок, я тебе еще пару секунд дам для того, чтобы ты закончил на этот раз рабочий. И мы начинаем продолжать, то есть продолжаем до ночи. Не будет громче, будет только тише. Вы же видели презентацию альбома на афишах. Это был обман, абсолютно как и все остальное. Но я надеюсь, Пашок вас даже хэтом уже не побеспокоит. И я вам начну рассказывать свои охуенные стихи. Только не надо, пожалуйста, там ха-ха и хи-хи. Знаете что, девчонки и мужики? Наши пути сюда были пиздец, как нелегки. Я был уже в вашем замечательном городе два раза. Оба раза я устраивал такое мясо, что не помню, что было в первый раз и во второй. И вот теперь я уже стар, у меня геморрой, одышка. Очень трудно читать целую песню, но все равно на концерте почему-то интересно. Лучше бы сидел в Москве где-нибудь на Красной Пресне, слушал бы красную плесень, было бы весело. Ну вот я здесь, самая охуенная МС. Как у вас дела? Че? Алло. Себя порой потерянными, не узнаем, что за улицы кругом. Но вот мы уже пришли и в ваш дом. Привезли свой альбом, вернее не привезли, но вы и так уже давно его скачали. Я знаю, не платя рубли за лицензию. Готовы ли вы под наши песни, блин? Тут сегодня отрываться на 5 плюсом. Готов ли я раскачать вашу тусу? Мой ответ готов, ваш ответ да? Отвечайте срочно, дамы и господа. Да или нет? Я хочу прямо сейчас слышать ваш ответ. Или нет? Ответ был утвердительный, и я вижу, что все уже зрители готовы время провести охуительно. И кого мы тут видим? Видим мы? Мы видим здесь начало Пашка и его правая рука. Сейчас сжимай палочки, он идет туда, давай, Пашок, выходи скорее сюда. Итак, следующий музыкант, который вам проявит тут свой талант, это, конечно, Александр Кислинский. Имя его вы можете найти на диске, а в лицензионном есть даже голая фотка. Он спец по теткам и наркотиком крепким. Итак, он сейчас зажжет не по-детски. Детка, где ты там стоишь? Итак, Максим, ну-ка выходи сюда, мы поглядим, как он выглядит с дредами своими. Вы запомнили ли его имя? Его зовут Макс. Поняли? Сейчас Noise MC на микрофоне я. Это я, если кто-то вдруг не понял. Noise MC, повторяю, на микрофоне. Итак, да или нет? Мы хотели бы слышать прямо сейчас ваш ответ. Вот качает или нет? Ответ, ответ сюда. Да! 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 Я не знаю, как зовут парня в этой рубашке, но если честно, это не страшно. Я его не спрашивал, как его зовут, но тем не менее я скажу вам, чтобы вы ему похлопали. Я знаю, вы фэны хип-хопа, блин, а тут играет какую-то прямую бочку, но вы похлопаете ему, я знаю точно. У меня есть дар убеждения, мы начинаем свое выступление. До полного охуения я буду демонстрировать глубину своего гения. Охуенен или не охуенен, бля? Помоги подняться с пола, забитой своими локтями девицы, и пригласи ее на медленный танец, наконец-то тупица, тупица. Друг, перестань сломиться. Помоги подняться с пола, забитой своими локтями девицы, и пригласи ее на медленный танец, наконец-то тупица. Я понимаю, это прикольно локтями толкаться, но сейчас, мужики, я к вам обращаюсь, братцы. Надо взяться за ум и наконец-то немного подумать. Хотела ли эта девушка рядом твой юмор? Вот этот, который заключается в том, что ты и лезешь в мош, воспринимать нормально, или ты не подойдешь ей как потенциальный партнер, если до сих пор ты все, что делал, это колбасил брутальный хардкор, своими локтями толкаясь влево,
толкаюсь справа, а тут такая королева, не жалкая шалава. И если бы ты ее пригласил сейчас, возможно, в будущем все хорошо было бы у вас. Но надо этот момент не упустить, браза. Поэтому какое бы ты ни был мясо, давай обними ее за талию и так далее. Я бы хотел, чтобы припев со мной вы повторяли ее. Вдруг перестань сломиться, помоги подняться с пола, забитой своими локтями девицы, и пригласи ее на медленный танец, наконец-то тупица. Вдруг перестань сломиться, помоги подняться с пола, забитой своими локтями девицы, и пригласи ее на медленный танец, наконец-то тупица. Взгляни в ее глаза, ты видишь, как красиво. Она смотрит на тебя, она же мисс России. Она мисс мира, для тебя одного, пойми, парень. Пока я тут стою и не играю на гитаре, бубню эту чушь, бубни и чушь прямо в уши. Делай так, чтобы она тебя слушала и слушала в душу. Забади ей навсегда, так и недалеко за ЗАГСа. Поженитесь, все будет классно, братцы и сестрицы. Вам друг друга срочно надо влюбиться, иначе вам не поздоровится, когда вам будет 30. Если вы пару не найдете, это будет дальше все сложнее. Поэтому давайте обнимайте друг друга быстрее, любите друг друга скорее, любите друг друга нежнее. Все будет отлично, если вдруг, эй, вы внемлете словам этой песни. А то я что-то бубню, а внимание хоть ты тресни, практически ноль. Да, я фристайла король, но на эту тему я не буду ничего говорить. Если алкоголь у тебя в крови бушует, если твой абсолютно трезвый, все равно пригласи подругу под звуки этой песни. Перестань сломиться, здесь это ни к чему. Я не пойму, почему до сих пор тебе не по уму. Нормальное, адекватное проведение времени. Почему ты все время колбасишься, махая своим теменем? Соседи толкают сильно. Почему? Потому что здесь самый лучший фристайлер России. Потому что мои тексты, они агрессивны. Поэтому или нет, может вам слушать меня даже противно, но нет. Я знаю, что под эти мелодичные звуки уже начинают танцевать друзья и подруги во все круги. Это не буги-вуги, это более модный танец. Итак, мои други, вдруг перестань сломиться, помоги подняться с пола, забитой своими локтями девицы, и пригласи ее на медленный танец, наконец-то тупица. Вдруг перестань сломиться, помоги подняться с пола, забитой своими локтями девицы, и пригласи ее на медленный танец, наконец-то тупица. Саш, смотри. До, соль, до. Фа, соль, до. Еще раз. До, соль, до, до, до. Фа, соль, до. Спи, моя радость, усни. В доме давно уже погасли огни. Вам всем давно пора спать. Скажите, первые ряды вам хотя бы уже исполнилось 5? Может, вам исполнилось уже и 6? Но что-то я не вижу. Мне кажется, вы очень плохо слышите. Или я слышу себя слишком хорошо, а вы не слышите совсем. Короче, у меня бед больше значительно, чем 7. Возможно, 8 или 9. Но одна из них — это то, что никто до сих пор адекватно не воспринимает тот стих, который сейчас летит в микрофон, потому что никто не улыбается. И знаете, что мне это крайне не нравится? Эти ребята с серьезными спинами оборачиваются часто и думают: ну отлично, блин, занесло, прекрасно. Лучше бы поменялся с напарником на эту смену, потому что то, что там сзади, это вообще не охуенно. Я бы отсюда свалил, я это слушать просто не могу. Типа стоит этот гандон и несет свою пургу, и музыканты играют криво. Все эти речитативы уже давно заебали, лучше сидел бы дома и пил пиво, глядя в телек. А там как раз спокойной ночи желают Крюша и Степаша. Вы знаете, как они охуенно ебашат? Они фристайлом ведут передачу, вы просто ее давно не смотрели.
там еще с ними такая бабушка в теле. Как ее зовут, я уже не помню, имя и отчество забыл. Так вот, Степаша стал вообще такой дебил. Скурил весь запас абсолютно всех запасов ганджубаса, которые у него были, и постоянно в эфир выходит в мясо. Говорит, здорово, браза, у нас на районе дела офигенно. Тут Каркуша нас недавно привезла одну тему. Мы попробовали вместе, оказалось по кубу нормально. Короче, смотри, как это приготовить дома, это реально. Так вот, записывай рецепт. Записываешь, не умеешь писать? Да ладно, мне на это насрать и насать. Попроси маму записать на видак или на DVD-плеер. Как что я хотел донести идеи по поводу спокойной ночи, малыши, то, что вы походу спите. Я вижу здесь уже не один, не один сонный зритель. И их даже не два, их походу больше, чем трое. И я вообще-то не настроен играть тут трехчасовой концерт, если вы так реагируете вяло. Я бы хотел, чтобы над заполнением зала поработала та часть, которая сейчас где-то там жрет. И если вы знаете, знаете хотя бы один урод, который там сидит и жует, пока мы тут под звуки этих нот издаем, то есть мой рот издает все эти звуки, если они еще не здесь, но могут прийти, обязательно им позвоните, потому что по сути нет ничего более крутого, чем этот концерт. Несмотря на мой противный московский акцент, все охуенно, у нас сегодня будет на 5 с плюсом, это офигительная туса. Спи, моя радость, усни, усни, е-е-е. В доме погасли огни, е-е-е-е-е. Спи, моя радость, усни. Спи, сука, спи, сука, сука, спи. Если вдруг мама ждет вас дома, срочно набираем ее номер. Говоришь, мама, никто не помер, все отлично, я даже не ранен, просто в классной компании. Мы сегодня затусили на концерте Алексеева Вани. Он приехал с друзьями обширной компании типа Макса. Вот этот парень тоже в вот этих слаксах, самых широких штанах на свете, стоит и рубит на басу офигенно. И мы с тобой, конечно, башка всегда берем непременно. Он непревзойденный гений барабана, но не микрофона. И вот сейчас становится понятно даже гандонам, даже не говорящим по-русски, абсолютно дегенератам, становится ясно, что концерт-то вышел пиздатый. Так вот, и если до кого-то до сих пор не дошло, то это значит, вы в этом зале самое страшное зло. И меня понесло, я вас сейчас накажу. Я нашлю на вас что-то, что-то, что поможет вам не ходить на работу. Вы будете болеть очень долго, стареть быстрее. В общем, понимаете, у вас будет геморрой и гонорея. Поэтому быстрее реагируем на то, что я несу за сцены. Вам офигенно тут или не офигенно? Офигенно тут или не офигенно? Тогда или нет? Е-е-е-е-е-е. Спи, моя радость, усни. Но в клубе зависает до утра до хера народу. Отдав папе пятилетнику за входом, потому что носим все сегодня здесь. Это будет реальный пиздец. Все, что у вас есть, срочно надо приподнять, чтобы нам отдать пять. Я не буду читать, это мне не встать, это мне не в масть, если я не буду над залом иметь охуительную власть. Так вот, что надо сделать? Скрасть мое присутствие тут. Не сочти за труд. Пару минут, придержи вот так руку, помаши, пожалуйста, так. И тогда все поймут, что концерт охуенно пиздат. Меня спрашивают, почему я так часто использую мат. Потому что я очень плотно слушал группу «Ленинград» и думал, почему так мало слов, можно бубнить быстрее. И вот он результат, зацени его скорей. Зацени его скорее, распробуй на вкус. Это тоса, самая отвратительная из туз, на которой я когда-либо ходила. Стоит милая девушка и думает так. Она думает, да, оторваться нехило. Я тут думала, а тут пору было приходить в бахилах, потому что это какая-то больница. Всех больных милых тут очень много разных всяких. Он с дредами стоит, не попадая в пить, что-то играет, и его это бодрит. В общем, мне пора отсюда сваливать походу, да? Или все-таки зацепили краем уха мои текста? Эти девчонки и колонки раскачали их тоже. Я привет передаю всей молодежи этого города Кемерово. Мы намерены тут устроить офигенное шоу непременно вам всем. Моя оценка 7 из 10 возможных. Я тут сейчас кого-то съем. Если вы вдруг реагировать не начнете активно, вам что противно? Или бит вот этот речитативный вас не качает? Или голос надо пониже? Я что-то реакцию от зала не слышу. У кого-то распускается грыжа, потому что мой голос все опускается и опускается ниже. Опускается и опускается ниже. Спи, моя радость, усни. Я посвящаю эту песню всем, кто залип. В доме погасли огни. Всем, кто видел только мой самый первый клип. Спи, моя радость, усни.
Я посвящаю эту песню всем, кого не качает. Спи, моя радость, усни. Да, усни же, наконец, моя зая. Усни на стойке бара. Проснись под утро уже. Когда подойдет тебе охранник, а ты не ближе. Сидишь пьяная, голова болит с похмелья. Нифига себе отметила, блин, конец недели. Сумочки нет, нет даже одежды. Что-то неясное рядом валяется. Презерватив использованный, прекрасно, блин. Что тут вчера было, спрашивает у бармена. Он такой, ну, стеснительно покачал головой. Говорит, ну я тебя не трогал ни левой, ни правой рукой. Она думает, нифига себе, ой-ой-ой-ой-ой. Что тут со мной вчера было, мобилы тоже нету. Сейчас звонить кому-то было бы бредом. Так вот, я не желаю никому из вас такого утра, ребята и девчонки. Просто пока вот эти колонки своими динамиками давят в зал, я бы хотел бы, чтобы каждый поднял свою руку и наконец-то группе Noise MC отреспектовал. Я бы хотел слышать аплодисментов шквал, чтобы весь зрительный зал наконец-то хоть что-то мне проорал. Страстей накал добирается до точки кипения, я так и знал. Я так и знал, что фристайлы вас прут. Фристайлы вас прут. Фристайлы вас прут. В моей руке как будто офигенный пруд, волшебная палочка, и вот тут сейчас не будет баса, смотрите, оп, и вот же его нету. Теперь смотрите под звуки этого куплета, Максим тоже закончит играть, вот его был последний аккорд. В этом я абсолютно тверд, в этом решении, Максим, тебе играть не надо абсолютно. Максим, бит нудный, да, как-то не качает, надо что-то делать. Эй, заканчивай там свои дела, what up, fella, всем надоело, их не качает даже. Они говорят, что барабанщик играет за лажу. Мне уже все равно, вернусь я домой или все-таки уже не вернусь. Пусть обо мне хотя бы помнят там, помнят хотя бы пусть. Я пишу письма, длинные смс-ки, если есть Wi-Fi, обязательно пишу. И вот песня «Мой рай», она посвящена той, что ждет меня дома сейчас. Я скоро вернусь, но пока что я здесь для вас. Пытаюсь что-то выдать, какие-то срифмованные строки. Мы номер один, если что, в русском панк-роке. И в русском хип-хопе мы, понятное дело, номер ноль. Угадайте, кто тут на сцене сейчас фристайла король? Может быть, это Максим со своей офигенной гитарой? Или Кислинский? Или тот парень, который у нас барабанил на тиске? Как вы думаете, кто это? Нет, это, конечно же, я. Добрый вечер, дорогие друзья. Владимирский Централ, я играю за 400, за 500 могу мурку. Подходите, давайте, предлагайте культурно. И ласковый май, если что, вспомню за пятихатку. Короче, я певец охуительно сладкий. По всем кабакам уже проехал. Был во всей своей ебучей родине. И по-прежнему свободен, как Мавродия. Ну, в смысле, что скоро посадят, но пока что до хера бабла. На сцену я периодически выхожу, в чем мать родила. Но дело в том, что у меня сейчас шрам офигенный и еще там поранение. Поэтому это выступление пройдет в одежде. Можете не волноваться, ведь прежде, чем я бы снял свою одежду, я бы сказал вам нежно: ребята, ребята, сейчас будет стриптиз. Но нет, это всего лишь на самого себя дисс. Рэперы, не надо даже пытаться этого делать, плиз. Наверное, это мой рай. Бухим варятся в гримерке, в Москве, Париже, Нью-Йорке. Наверное, это мой рай. Наверное, это мой рай.
красных масса с похмелья. В Москве страдаю бездельем. Если тур не забили снова по всей России, я бы попросил вас всех сейчас выключить ваши фотоаппараты. Потому что это воззвание каждой сестре и брату, которые хотят выступить в нашу политическую организацию. И нам тут не нужны всякие левые папарацци. Я сейчас хотел бы провести закрытое собрание. Для этого, пожалуйста, минуточку внимания. Но для начала все свои сотовые телефоны выключаем. Потому что этот фристайл будет настолько необычаем, что он может сорваться, если вы все будете снимать. Это никто, кроме вас, не должен уже услыхать. И если кто-то уже, устав за неделю пахать, ушел к этой барной стойке бухать, то пусть вспять он вернется сюда и наконец-то свой сотовый положит. Ребята, мои слова не являются ложью, но единственный, кто вам сейчас в России поможет, это я. И меня уже давно сомнения гложат. Не наступит ли конец света через 2 года? Нам надо накопить на космический корабль. Но на космический корабль не хватает бабок. Поэтому если мы все с вами скинемся не слабо, то кое-кто из нас уцелеет хотя бы. А если нет, то все, 3 года и полный пиздос. Метеор упадет на землю, но никто моим просьбам не внемлет. Так вот, сейчас все скинулись по 5-ке, отдали мне. Иначе вы охуеете, что будет в завтрашнем дне. Вот так просыпаешься, за окном ядерный гриб. Ты понял, ты блип. И больше ты не увидишь по ящику пиздатый клип. И больше не сходишь на концерт того чувака, у которого в тот вечер у пророка сжималась рука вокруг микрофона. И он предлагал вам улететь туда, стать чемпионами в этой ебаной солнечной системе прогонами. С вами пытался вас убедить по пятихатке скинуться. И что вы сделали вместо того, чтобы в атаку ринуться? Мне в шапку насобирать охуенную сумму и улететь со мной. Что вы решили? А, да ладно, а что это Цой? Или что это ДДТ? Что это культовое что-то? Почему я должен, приходя уставшим после работы, еще и платить этому задроту, хотя за вход уже заплатил? Нет, моих бабок не получишь, дебил. Если кто-то возомнил что-то такое и мне сейчас не поверил, то поверьте, с вами случится хуже, чем с группой Звери. Знаете, что с ней случилось? Ромова Зверева похитили, и после этого его больше не видели. Вместо него Сережу Зверева переодели и зарядили в тур на неделю. Вы знаете, мы сами охуели, когда узнали эту новость. Новости шоу-бизнеса — это страшная штука. Итак, под звуки этого бита, ну-ка, поднимаем левую и правую руку. Сейчас весь шоу-биз получит по заслугам. Я буду выть белугой свою грустную песню прямо сейчас. Шоу-бизнес придумал какой-то пидорас для того, чтобы поработить нас и сделать нас с какой-то хуйней чисто для масс. Типа, чтобы мы пели, как Алексей Потехин и Жуков Сережа. Но мы честные парни из гетто, и мы так не можем. И меня до сих пор сомнение гложет. Хоть кто-то мое сомнение в том, что концерт охуенный сейчас уничтожит. Рай, пусть им валятся в Ливарке, в Москве, Париже, Нью-Йорке. Наверное, это мой рай, наверное, это мой ад. Просыпаться с похмелья, в Москве страдаю бездельем. Если тур не забили снова на неделю или более, убиваюсь алкоголем я, но не тронули меня до сих пор правоохранительные органы в морге я. Оказаться мог уже неоднократно, но почему-то со мной идут на попятную. Эти все службы меня до сих пор не приняли. Возможно, известно вам всем мое имя, блядь. Я скитаюсь по городам, я в федеральном розыске нахожусь. Ну и пусть нахожусь, пусть. Похуй, за границу не берут, по России можно покататься. Я бы хотел, чтобы все вы, сестрицы и братцы, скинулись на космический корабль. Напоминаю, блядь, сколько можно повторять вам, чтобы 5-ке из команды достать сложно. Так вот, ребята и девчонки, этот фристайл искренний. Вот сейчас струился этими искрами и опалял первые ряды. Просто для того, чтобы после концерта не получить пизды. Потому что знаешь, когда стоишь и так стараешься ты, пытаясь не рифмовать слова типа «ты» и «цветы», и вдруг кому-то не нравится. Это, знаете, как типа очень хуёво прославиться, как сняться в доме 2 или даже в доме 666. Ребята, я бы хотел, чтобы вы все, что у вас есть, отдали, потому что 5-ки на космический корабль не хватает. И если до сих пор кто-то не понимает, о чем речь идет, то пусть себе на уст намотает, что я скоро буду популярен, как Киркоров Филя со своей Заей. Зайка моя, это мой рай. Будем валяться в примерке, в Москве, Париже, Нью-Йорке. Наверное, это мой рай, наверное, это мой ад. Просыпаться с похмелья, в Москве моя с бездельем. Если тур не забили снова на неделю или на 2, как трудно бывает в Москве. Вы бы знали, когда уедем.
уже нет, а в тур не зовут. Я готов бы свой труд отдать уже за полцены, но не зовут никуда. А ведь у нас огромная страна, да, дамы и господа. И ведь могли бы позвать городов примерно в 1000. Но до сих пор почему-то в карманах ветер свищет. Но до Кемерово я доехал, и я тут пользуюсь походу успехом. Или что, кто-то еще до сих пор в этот пристрел не въехал? Вам весело или не весело? Я вам что, не предоставил охуенную субботнюю потеху? Смех смехом, а пизда кверху мехом, ёпта. Знаете, что такое хип-хоп? Это как допрет. Даже если чувак играет всего пару нот, и даже если ни один музыкант не подойдет, все равно никто не скажет, что за идиот поет. Потому что это музыка гетто. Вы поняли меня или вы ответом не будете меня удостаивать впредь? Я буду тереть, покуда каждый не сочтет долгом посмотреть сейчас на сцену и оживиться, если он спал. Я бы хотел наконец снова разбудить этот зал. Я не понял, то есть я не понял, вы что там спали, что вы делали вообще? Да я клал. Я сейчас пойду себе гримерку, там у меня райдер. Знаете, что такой райдер? Это необычайный список принадлежностей, которые необходимы. Ну типа, сколько там надо дыма, сколько там надо водки и все такое, чтобы артистов не беспокоить больше заказами, официанты, чтобы не приходили. Короче, все прикладывают усилия, чтобы музыкантов обеспечить всем необходимым. Там это есть, и там такая картина. Парни, знаете, куда ушли? Они там закладывают за воротник, поэтому я тут уже паник. Напрямик, вот они вышли на сцену сразу оттуда. Саша, это просто чудо, как ты можешь стоять, сколько городов подряд ты будешь бухать, как ноги держат твой зад до сих пор. Не надо мне помогать играть, я это делаю лучше, а ты иди подучить. Но я просто купил права. Я за рулем, и я в дрова. Занос минимум метра на два. Я за рулем, и я в дрова. Как мне проехать до центра, эй? Я за рулем, и я в дрова. Собственных у меня по этому поводу идей, в общем, нет, потому что надо ехать. Но это у меня, в общем, не пользуется успехом. Такая потеха, как сесть за руль и нажать на педаль. Я не знаю, куда мне ехать, тут еще шмаль. Целый пакет в кармане и в багажнике труп. И вот я еду, куда я еду, в какой-то клуб. Это в Кемерово где-то оторвался от команды. Но надо же все-таки всех поразить своим талантом, поэта и музыканта, то есть успеть мне надо. И вот я еду устраивать свою клоунаду в городе Кемерово, намеренный мы отжечь. Там хотят послушать мою русскую речь. Но парни приехали на автобусе поранее, а я вот догоняю свою компанию, еду. Какие-то права мне сделали на ксероксе или что-то там. Я убитый в хлам. Напоминаю, в багажнике трупак. Надо зачитать свой классный гонгский пак. Опаздываю на 4 часа. Вот это колбаса, полоса не та. Я их путаю, путаю право и лево. Когда на меня едут фуры, я вне себя от гнева. Они друг друга обгоняют, не представляю, какую опасность для них я в том числе представляю. Так вот, я за рулем, и я в дрова, и я еду. Оглядываюсь, рядом нет соседа. Вроде же кто-то со мной ехал на этом сиденье. Тоже должен был быть на моем выступлении. А, он же в багажнике едет, это труп. Он не доедет со мной в этот клуб. Это был Саша, мы превратили его в зомби. Потом он воткнул гитару в басовый комбик и начал играть, начало качать. Ему дать только шанс начать. Надо делать это, и он продолжит. Максим, что же ты делаешь? Что же делаешь? Что же?
Я дал гитару настроить ему, а он такой ни ха-ха и ни му-му, ничего не понимает, в полном неадеквате. Он бы хотел просто пойти побухать спокойно на этой пати, а я его заставляю тут делать какую-то хуйню. Ничего не получается, ладно, я гоню и гоню. Максим, их походу прет и так, поэтому настраивай сколько хочешь эту гитару, брат. Эй, что, не работает нихера? Ну, может быть, попробовать шнурнюю ватную? Да, тогда на ура, сразу пойдут дела, и у тебя получится все. Вам нравится та чушь, которую сейчас вокалист несет, пока клавишник с гитарой пытается разобраться? Мы не заготовили это, ну честно, сестрицы и братцы. Пашок, а что ты замолк? Не возьму я в толк. Давай, давай, что ты умолк? Я не волк, нет, я не такой. Так вот, волк. Вол это тоже животное, не по мне. Если сравнивать с животными, то ближе всего в этом дне ко мне оказалась, пожалуй, свинья. Знаете, потому что вам же не осталось нихуя. На моем этаже гостиничный номер тоже взорван. Я вообще пиздец оторван. Оторван от реальности, реально, я забыл, о чем я читал. Да, вот это я нахал. А, за мной руль, что-то там педали. Ноги мои такого отродясь не нажимали. Опыт вождения ноль. Я рулевой, я король. На трассе, когда я еду, убитый в ноль, изволь. Изволь, а какой же алкоголь? Рядом бухла целая сумка, ой-ой-ой. Останавливает мед, машет палки полосатые. Я думаю, ну все, влип, все, пиздата. Открываю дверь, хочешь верь, хочешь не верь. Он на меня смотрит, как зверь. Говорит, что у тебя с глазами, ну-ка выходи, проверю. Давай, давай, открывай задние двери. Открывай багажник, я говорю, что-то ключ заело. Я говорю, слушай, с тобой возиться мне уже надоело. У тебя что там тело? Я говорю, а, да, прикинь, угадал. У меня там тело, я не приеду, и зрительный зал не зайдет, если я сейчас опоздаю. Ну реально, видишь, что я сделаю, ключ сейчас поломаю. Говорит, ну ладно, я тебя видел по ящику, езжай далее. Отлично, давай, давай, езжай хоть до Италии. А, кстати, нет диска с собой? Я говорю, нет, диска нету. Я не взял его из родного гетто. Так вот, откуда у меня еще деньги на свои диски? Они стоят столько, лучше я куплю килограмм сосисок. Или что-нибудь в таком духе. Так вот, в общем, продолжайте радовать свои ухи. Следите за сюжетом. В общем, я еду дальше. Все офигенно, музон классный ебашит. Машина, не знаю даже марку, я в них не разбираюсь. Так вот, я просто вас развеселить стараюсь. Пока Максим там не может совладать с гитарой, я бы вам дал давно уже жару. Но на шару выступать — это неблагодарное занятие. А что если сделать, если гонорар отобрать у тебя? Что сделать, если вот взять и тебя сейчас застрелить? Чувак, да хер с ней гитарой, мать ее, иди. Хер с ней с гитарой, я сыграю на струнах и двух. Давай, иди лучше услаждай на слух. Может, нам поможет кто-то, не работает. На-н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 а. Гостиничного номера своего я телевизор выкинул на авто. Авторитета местного, ну и что? Я рок-звезда, идите на... Стоп! Эта песня уже была. Максим, бля, пиздец, ну что, как у тебя дела? Хуёво дела, гитара не играет. Меня это раздражает, и я не понимаю, как может такое случиться в один день. Сегодня с самого утра творится какая-то хрень. Я чувствую себя как последний олень. Пытаюсь нести эту хрень. Но тем не менее, все будет классно, я уверен. Когда Максим ходил в ясли, на его голове еще такие дреды не росли. Тогда он еще не знал, как выглядят рубли. Тогда он еще не знал, что такие деньги и грязь. Он не знал, что такое власть. Он не знал, как много дерьма в окружающем мире. Но он уже чувствовал себя командиром маленького партизанского отряда в пределах детского сада. Он говорил, ребята, пойдемте за мной играть в соседнюю песочницу, всем дадим пизды, завоюем их, будем жечь костры. После этого мы топливо пожарим революции. Все говорили, это противоречит конституции. Максим, тебя же осудят. Он говорит, ты дебил, мы же еще маленькие люди. Кто нас осудит? Осудят наших предков максимум. Короче, чё, так себе идея, или вам всё-таки нравится она? Теперь Максима знает уже вся страна, он великий революционер. Он приехал сюда под прикрытием, приехал прямиком из Питера. У него изъяли грибы по прибытии, именно поэтому вот так вас прёт, дорогие зрители. Потому что у меня очень интересные фристайлы. Я скоро наверстаю, мне надо еще 30 закинуть, и будет пиздата. Вы употребляете, девчонки и ребята? Что у меня с рукой? Пальцев 8. Максим, осень, так грустно, а тут ты еще со своей гитарой. Слушай, ты можешь спокойно, не лошара же ты, нормальный же парень. Не играй так громко больше на гитаре, дай лучше я поиграю, у меня получается круто. Вы убедитесь в этом через минуту. О, отлично! Каждому лично!
я сообщаю, что наконец-то мы снова начинаем живую программу. Гитара играет уже. Я бы хотел, чтобы у каждого в душе остались лишь позитивные впечатления. Это наше, блин, выступление. Наши с вами, не только те, кто стоит на сцене. Каждый момент был охуенен и будет охуенен. Но еще играть будем час. Это радует или нет вас? Радует ли это вас? Прямо сейчас я бы хотел вести всю толпу в экстаз. Нет больше масс сходить на наш концерт в этом году в Кемерово. Итак, преданными фенами станут многие после этого концерта. Я уверен, как в том, что акценты не важны между городами. Мы наводим мосты и знамя, поднимая в каждом городе, несем позитив. Каждый раз читая свой речитатив, я вижу то, что лица расцветают сразу. Ну что, давайте тут устроим мясо, давайте тут устроим мясо. Можно я нажму на эту кнопочку, брата? Эй! Чё? Ну-ка, стоп, давайте сделаем горячо! Посвящу всем тем, у кого над душой лежит груз проблем, кто не может расслабиться в этом зале сейчас. Да, этот грустный трек звучит для вас. Я знаю, что неделя так была трудна, и вы пришли сюда, потому что вся страна сходит с ума по этому дебилу с афиши. А ты всего лишь пару песен, ну может тройку слышал. И вот ты здесь стоишь и не понимаешь, что ты тут делаешь. Хотя этот чувак выкладывается на все сто. И что он делает тут, зачем он тут стоит? Качает, да порою бит, а порою и не качает бит. И вот становится так грустно мне, потому что мне кажется, что не вам всем тут это нужно. Ребята, опровергните мое утверждение, потому что во время выступления мне бы хотелось, чтобы у каждого сложилось тут, блин, позитивное мнение. А я вижу эти грустные глаза, я хотел бы, чтобы весь этот зал подошел сюда поближе наконец. Иначе все пиздец, мы сворачиваемся и уходим. Не будет больше ни строк, ни мелодий, больше тут не будет ничего. Я обещаю это, если вы головой своей не начнете прямо сейчас качать. Можно еще мне руками помахать. Вы ушли бухать или вы все еще здесь? Что за пиздец? Почему ты показываешь мне этот палец? В зале так много людей позитивно настроенных, но мне кажется, что не все устроены положением дел на площадке. Ребята, мне тоже приходится не сладко. Я тут стою, пока вы вот так засыпаете. Вы знаете, обычно офигенно, когда все качаются. Это как называется? Это нафигается концерт на 5 с плюсом, чтобы вся ваша туса наконец-то собралась друг к другу поближе. Я ведь последних рядов не вижу. У меня зрение, конечно, не ахти, но мне кажется, что наши с вами пути могли бы пересечься более плотно, чтобы здесь стало так народно. Ощущение, чтоб свободным оставалось на протяжении ночи. Нет, не будет громче, не будет громче, не будет громче. Не будет громче! Не будет громче! Не будет! Не будет!
Большинству из вас, конечно, это невдомёк. Но пока я исполнял этот рэп и панк-рок, у меня тем временем произошло одно ДТП. Ну и это типа у меня развязался шнурок. Вот он здесь, на кроссовке Nike. Надо завязать, для этого надо гитару отдать Максиму, чтобы он подстроил там и типа все проверил. Ну мы пока себя ведем, как на концерте группы «Звери». Типа орем, так можем очень громко. Давайте так, чтобы вы переорали колонки. И вот я уже отдаю ему инструмент. Подожди, Максим, сейчас будет момент. Так вот, а вот теперь он все там сделает как надо. Но тем не менее, знаете что, ребята, это не отменяет проблемы номер один. Это то, что у меня шнурок развязался, блин. Так вот, мне надо присесть немного, и задние ряды меня не увидят, но мне это до пизды. Я потом встану, и вы меня разглядите. Что это, кстати, за город? Это Питер? Или это Новосиб? Или это Томск пришел на концерт Noise MC? Это так или не так? Слышу, что так и так. Я сейчас опускаюсь, подожди, чувак. Я знаю, ты меня видеть не сможешь, но попозже ты меня обязательно увидишь. Привет всей томской молодежи. Всем, кто меня видит, всем, кто меня слышит, и кто услышит потом, благодаря вашим записям. Итак, начнем. Одной рукой делать это неудобно, поэтому вот так надо замутить, иначе я не смогу руку сожжать в кулак. Так вот, возможно, у меня язык будет заплетаться, это не просто делать две таких операции одновременно, братцы. Так вот, мне уже пора за шнурок взяться. Я это делаю, потому что раз надо взяться, надо браться. Так вот, натянул один узел, другой, и вот уже практически я закончил. Стой, стой, стой! Кто-то мне заорал, я не снял это на камеру. Я не смогу это выложить, чтобы это было доступно ламерам, которые сидят ВКонтакте и хотят посмотреть, какой концерт получился. Вы знаете что, я в жизни многого добился, потому что много трудился, но вот потакать всяким лентяем я не хочу никак, вы поняли, так? И так, и так, и так, и так, и так, вот завязал почти, сейчас извини меня, Сал, ради бога, прости. Вот я потуже затянул, это олдскул, который так делает, что какой бы ни был у вас стул, он становится мягким и сотрясается у вас в кишках. Вы слышите, как это прокачивает, так это прокачивает, нах! Абсолютно всех насквозь. Я не знаю, откуда во мне берется эта злость. Откуда во мне взялось желание сказать миру fuck you. Кстати, как вы поживаете там, fuck you? Fuck you. Как вы поживаете там, fuck you? Подавайте мне какие-то опознавательные знаки. Какие-то опознавательные знаки. Motherfucker, 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 motherfucker. Итак, Максим, дай мне мой инструмент. Я сыграю в один момент, как президент по части гитарного искусства. Я себя веду, а также я очень бодро говорю по-русски. Очень много рифм знаю в этом родном языке. И именно поэтому в каждой вашей руке, в каждой второй, не в каждой первой, к сожалению, есть фотоаппарат. Потому что качество хочет порадовать вас сто крат. Тех людей, которые не пришли сюда, не попали, они потом посмотрят. Вот смотри, как было в зрительном зале. Вот смотри на AV-файле. Круто он фристайлит. Да, конечно, круто. Я, как всегда, все делаю в своем стайле. Вы не устали, и мы играть не перестали. Я уверен, что вас это вставит. Я не Сталин, но тем не менее похож на Ленина. Правда это или так, или это кажущееся явление? Ну типа я на Бродлин-транспортере, и вы уже вскоре готовы купить все мои альбомы. Чори-чори даже отойдет на второй план и прочие хиты. Короче, ребята, как будто вам все до пизды. Вы можете поднять руки и сказать, да ну его нахер. Сегодня все отлично, забросьте все свои страхи, все свои хреновые настроения. Во время выступления я бы хотел, чтобы вы радовались этому явлению, которое называется Noise MC. Мы все здесь для того, чтобы устроить полную жесть. Это будет пиздец. Мы здесь не зря собрались. Я вам говорю, мы не зря прожили свою жизнь. И вы с нами ее прожили, значит не зря тоже. Мы вам поможем уничтожить весь негатив. И что же останется потом в душе? Только позитив, который вот переполняет вас уже. Я чувствую это, я чувствую, как вы так. Готов вы мне показывать пятак, как бы не так. Как бы не так, я скажу, если мне кто-то скажет: Noise, твое выступление в Томске было полной лажей. Ты вышел и через каждые две песни что-то бубнел. Нам не надо было этих четырех укуренных тел. Никто из нас их видеть на сцене бы не хотел. Мы лучше бы скорили на ебучий Токио Хотел. Итак, ребята, это же все неправда. А как надо? Вы знаете, как надо? Не будьте гадами, машите нам изо всех сил. Ведь это проект Noise MC, yeah! Ведь это проект Noise MC, yeah! Noise MC, yeah! И в этом сила, в этом сила, в этом сила. Чё, неплохо мы тут с вами вместе затушили, затушили. А теперь орать давайте, что есть силы, что есть силы, что есть силы, что стало невыносимо, выносимо. Это нет, нет, не бред, кобылы сива, кобылы сива.
все красиво, все это чиво. Все мои речитативы западают в душу. И вот я уже готов где-то в пределах душа, окажется, смыть себе пот и закончить концерт. Но я этого делать не буду, потому что я не 50 Cent, не Eminem, не Доктор Дре, чтобы играть 40 минут. Играть 3 часа я не сочту за труд. Главное, чтобы качало всех определенно тут. Вы же готовы к этому тоже, меня не заберут. Меня не заберут эти странные люди в белых халатах. Вы знаете, как читать надо? Наверное, как смогу, или, наверное, как гу. Но я так читать не могу, поэтому я просто несу пургу. Это никого не прокачивает, но это не значит, что мой рэп со временем, если его слушать, затрачивает. Я не заморачиваюсь, я просто делаю, как хочу. Че, понравилось, как я срифмовал эту чушь? Тогда орем, что есть силы, 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 чтоб стало невыносимо, сима, сима. Перед вами выступает лучший фристайлер России. Мы делаем все красиво, все красиво, все красиво. О, нет, 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 это не бред, кобылы сива, сива, сива. Стоп! Эмо-бой, это моя стезя. И эмо-бой, также все мои друзья. И даже некоторые девчонки тоже. Они очень сильно похожи на тех девчонок, которых вы можете видеть в фильмах ужасов. Объяснять, наверное, мне не нужно вам, как это бывает, когда они накрасятся. Даже когда мы квасимся перед входом в клуб, перед концертом группы Оригами, остаемся синяками. После побоев анти-эмо все равно мы красивые. Мы самая лучшая в России. Субкультура офигенная и типа нежная. Мы отличаемся не только, блин, одеждой, йо. Мы отличаемся и остальным. Мы никогда не курим тот дым, который курят тректоры перед тем выйти на сцену и зачитать пару тем. Мы никогда так не делаем, никогда. Мы здоровый образ жизни ведем, дамы и господа. Но тем не менее мы режем вены. И это, наверное, не очень охуенно, но это ерунда. Да-да-да-да-да. Вот уже всходит моя звезда. И я готов вам спеть этот самый припев. Но я не могу сделать это, не допев. Это тут бред, который вас всех качает. Если кто-то там уже начинает говорить, это не фристайл, это какой-то текст. Это не так, вы поняли, или пиздец. Вам настанет всем, я вас всех застрелю. Ладно, это шутка, я так люблю всех тех людей, что сюда приходят и находят мои музыки, кроме мелодии. Еще и тексты, еще и фристайлы, которые вставляют тут так, как вставить. Может, только тот мусор, который реально прет. Вы помните еще народ, с чего я начал это выступление или нет? Почему я несу бред какой-то, если я тоже про эмо-культуру вам задвигают, чтобы понял каждый придурок, что это такое и с чем его едят. Итак, как бы там, вы что, умерли, ребят? Первый ряд, второй ряд, третий ряд тоже. Ну-ка, давайте-ка улыбаем рожи томской молодежи. Передаю огромный привет. Других вариантов нет, мы будем здесь качаться охуительно. Позвоните своим родителям и скажите, что вернетесь утром. Мы будем выступать тут чудно. А сейчас будет припев. Е-е-е-е, как Zion Lev. Я буду его петь мелодично, на отлично. Нет, я не гей, они все врут. Ребята, не сочтите за труд. Начать мне подпевать, когда через пару секунд я начну нудно-нудно-нуд тянуть. Этот припев офигенный, не отдохнуть, не продохнуть. Вам нельзя просто устать, давайте подпевайте под этот фристайл. Нет, я не гей, они все врут. Я совсем не голубой. Нет, с парнями я не сплю. Я просто эмо-бой. Нет, я не гей, они все врут. Я совсем не голубой. Нет, с парнями.
идет и черно-розовой. Ведь это правда, я верю, ребята, это правда. Вы помните это слово, это наречие. На русском языке не было такой части речи, бля. Когда вы в школе учились, сидели за партой. Итак, ребята, вы готовы сказать правду? Охуенно, охуенно, охуенно. Простите, но нам придется убраться сейчас к чертовой матери. Не по своей воле, так попросили организаторы. Мы бы тут играли еще часа 4, а может быть даже 5. Но вы знаете этих людей, они же опять и опять продолжают тебе втирать то, чего ты делать не хочешь. Ну типа нойз, ну нельзя же играть половину ночи. Нельзя же играть до 6 утра. Ну ребят, в натуре, вы в своем уме. А как бабло зарабатывать мне? У меня тут R&B-вечеринка начнется через 15 минут. А вы типа говорите, а где наша благодарность за труд? И где вообще наш райдер? И, в общем, мы выебываемся необычайно. Обычно на эту тему и не делаем из этого тайну. Давайте-ка себя вести, как на концерте, блям, Рамштайна. Или там что-нибудь в таком духе. Ребята, все абсолютно в округе, друзья и подруги. Я бы хотел, чтобы вы сошли с ума и белугой не были, а просто похлопали мне, это было бы очень мило. Знаете почему? Потому что это последняя песня. Обычно у меня бывают фристайлы и поинтереснее. Это такой фристайл, типа, обязательный, дежурный. Вообще-то я обычно веду себя культурно. В жизни я плююсь в урны и никогда бычки не выкидываю просто на пол. И вообще мой папа, он был музыкантом и говорит: Ваня, слушай, сынок, ну я все понимаю, там рэпак, понимаю, панк-рок, но зачем столько мата? Я говорю: папа, да хуй его знает. Так получается, когда я выхожу и читаю, меня пробирает, прямо вот так вот за поджилки берет. И я начинаю говорить: бля-бля-бля-бля-бля, ебаный в рот. И никак не могу отделаться от этих слов-паразитов. Вас они походу качают под звуки этого бита. Тема открыта, последняя песня или не последняя? Нет, она закрыта, у этой песни не будет наследников. Она самая последняя, последняя песня в Новосибе. Напоминаю, это Noise MC, а не группа Пласиба. Поэтому я бы хотел, чтобы вы похлопали нам сейчас. Это же не трудно для вас, на 3-2 раз. Давайте хлопать настолько громко, насколько можем. А мы тем временем при помощи припева подытожим все то, что сегодня здесь происходило. Хлопайте, хлопайте, это очень приятно, это очень мило. Это последняя песня, и больше не будет никаких сегодня песен по домам, люди. Это последняя песня, и больше не будет никаких сегодня песен по домам. Это последняя песня, и больше не будет никаких сегодня песен по домам, люди. По домам, люди, по домам. Уай-яй-яй-яй-яй-яй. Я бы хотел, чтобы вы вспели эту фразу. Уай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте здесь устроим реальное мясо. Уай-яй-яй-яй-яй-яй. Вы подпеваете мне Sisters and Brothers.
Уай-яй-яй-яй-яй-яу. Эту ничего не значащую фразу. Готовы? Уай-яй-яй-яй-яй-яу. Это так классно, когда качает биток, да? Уай-яй-яй-яй-яй-яу. И когда не готовы и текста. Уай-яй-яй-яй-яй-яу. А реальный фристайл звучит от мастера. Уай-яй-яй-яй-яй-яу. Это же, блин, отлично, я говорю вам здравствуйте. Уай-яй-яй-яй-яй-яу. Это последняя песня, и больше не будет никаких сегодня песен по домам, люди. Это последняя песня, и больше не будет никаких сегодня песен по домам. Это последняя песня, и больше не будет никаких сегодня песен по домам, люди. По домам, люди, по домам. Итак, а сейчас я продолжаю кидаться этим набором фраз. Звучит еще бас, то есть уже не звучит. Отлично, ребята, молчите, я хочу оставить только бит. Вот он, настоящий рэп-музон, он выглядит так. А когда начинает под бас-гитару читать трэпак, и что-то там вот этот чувак бацает по клавишам, это уже неправильно. Максим, что ты паришься? Иди все, иди в гримерку, там коньячина. Короче, почувствуй себя реальным мужчиной. Если нечем запить, закажи себе капучино. И мне известна всего лишь одна причина, почему благородно и чинно мы сейчас покидаем эту сцену. Спасибо вам, нам с вами было тут офигенно. Надеюсь, вас прокачало. Это уже не начало, это конец. Сколько людей сыграло на этой бас-гитаре? Сейчас, наверное, человек 8. На ней можно было бы играть всю осень. Мы вас просим, ребята, приходите еще. Мы сделаем в следующий раз еще более горячо. Я буду еще более увлечен, еще более вдохновлен. Я привезу вам на презентацию свой новый альбом. Этот альбом уже давно все в интернете скачали. Ну и пофигу, мы и наши в пути еще только в начале. А в конце мы окажемся не знаю когда. Но тем не менее есть грустная весть, дамы и господа. Это последняя песня, сейчас мы еще попоем. Но вы помните это, ой-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 ой. Итак, со следующего тайка мы все вместе поем. Вы готовы, я надеюсь, это не во флоу. Уай-яй-яй-яй-яй-яу. А теперь вы пропожаете голосом гостей из Москвы. А у меня есть время даже передохнуть, обдумать следующую строчку, а не какую-то муть. В очередной раз рифмуя вам сейчас толкать. Кто-то там жалуется, мол, слов не разобрать. Но тут слова уже не особо-то важны. Noize MC — это худший фристайлер страны. 3, 4, 4, 4. Это последняя песня, и больше не будет никаких сегодня песен по домам, люди. Это последняя песня, и больше не будет никаких сегодня песен по домам. Это последняя песня, и больше не будет никаких сегодня песен по домам, люди. По домам, люди, по домам, люди. Уай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Спасибо огромное всем, кто в этом поучаствовал. Это было здорово, ребята и девчонки. Yo, say what?
Я ветеран этих улиц. Когда мне будет 64, будет памятник находиться в моей сегодняшней квартире. Там поставят огромного идола такого, и все будут приходить туда, чтобы сказать прощальное слово. Но это будет потом, когда все это обрастет музеями. Пока что я раскидываю своими идеями, достаточно безумными, раскидываюсь ими по сторонам, давая при этом пизделей всяким там ра сторонам, сторонам ра и прочим, кому давно уже пора на пенсию. Меня бесит то, что количество эмси уже превосходит то количество, которое составляют рабочие. Я косячу во фристайле, но впрочем, блять, это похуй, потому что я нарежу лучшие куски. Если бы я не читал рэп, я сдох бы от тоски. Если бы я слушал, что говорят завистливые языки, то, наверное, я бы уже не видел низги. Но я вижу свет в конце этого ебучего тоннеля. В конце недели мы упахтелись с Валерой так, как даже не хотели. Такого не слышали грустного ничего даже фанаты Токио Хотеля. Меня метелит. Меня метелит постоянно, меня ознобит. И, короче, когда я под планом, и когда я пьяный, мне все время холодно становится. Наверное, мне уже давно со смертью пора условиться, что она меня не будет трогать примерно еще года три. А после этого посмотрим. Да ладно, сам посмотри, говорят мне со стороны. Ты был убитый на концерте. Да не был я убитым на концерте, я испуган до смерти. Просто был количеством глаз и количеством рук, которые поднимались то там и тут, всех друзей и подруг. Ты походу сюда привел, и зачем ты это сделал? Не понимает ни хера ни то, ни вот это пьяное тело. Они просто... Вчера исполнилось 13, и они решили сходить на концерт, но из МС оторваться. Они втыкая в тексты, ничего не понимая, музон гремит и по хуям. И они стоят, блядь, здесь, убитые в хлам. Хлопают под две песни, под остальные отдыхают. Они вообще, если честно, очень злостно бухают. Когда мне было 13, я так не бухал все равно. Хотя периодически домой все-таки являлся в говно. Я об этом не писал в дневнике, я его перестал вести. После того, как мне лет стало больше 6. То есть нет, с 8 где-то до 12 вел, а потом перестал. Я научился сочинять фристайл, потому что мой момент настал только сейчас, он начался давно. Подготовительный период к этому влюблено. Он проходил и проходил в Бутово-Южном, то есть не там, об этом районе вообще говорить не нужно. Это было на Академика Янгеля, теперь продолжается в Люберцах. И я знаю, что ни одна еще дурочка влюбится в этого чувака с гитарой, который будет стоять на сцене. Но и мне похуй, сколько телок меня заценят. У меня уже есть одна, и по-другому не надо мне ни хрена. На семейном фронте мне война точно не нужна. У меня есть она на остальных фронтах, я посылаю всех нах, выходя на сцену в своих не очень широких штанах, а в таких, как мне удобно, чтобы чувствовать себя свободно, чтобы читать фристайл еще на что-то годный. God damn, что произошло с нами, говорим по-английски, покупаем англоязычные диски, вписки, у нас называются теперь хоум-пати, как вы еще назвали бы это мероприятие, как это еще назвать, если все в американских сидят в шмотках, и все нормально, шьют это где-то азиатские тетки, очень далеко, там же они шьют колготки для черкизона. По вам плачет зона, а вы не слышали еще даже нормального музона. Слышите вы, Алена? Алена, это Яна, это фристайл Ивана. Я зачитал его, будучи у Валеры под планом. Это компромат, я часто использую мать. Но я не буду своей матери это слушать давать. У меня есть пару медляков для нее. Все остальное для районов. Эй-йоу, эй-йоу. Поднимаем руки все выше. Подходим ближе, подходим ближе. Как у вас едут лыжи летом? У меня прекрасно. Я выхожу и смазываю их подсолнечным маслом. И после этого еду назло скинхеду соседу. Назло скейтерам этим всем злоебучим еду. И читаю по дороге. Я езжу на скейте так быстро, что никто из них еще не успел облить меня из канистры и бросить спичку к моим ногам. Всем этим чувакам я говорю: идите вы нахуй, проезжая убитый в хлам. Да, я самый быстрый. Быстрее меня лыжников нету. Я прославился сначала в своем гетто, потом узнал метод, как прославиться еще шире. И вот я уже звучу даже в твоей ебаной квартире. Это не трек, это фристайл, и ты бы так не смог. Запомни это, а ты говоришь, но из МС играет ебучий рок. Да, ебучий рок, но я закручиваю МС в рок. Если они что-то там говорят, ты понял, как сырок глазированный, я тебя проглочу в один момент. I'm a fucking future президент. Я твой президент через 3 года, вдумайся, зараза. Вы знаете почему? Да есть такая маза. Если Ленин смог, а он не был образован, не был политиком, повести за собой толпы рабочих нытиков, чтобы они дали пизды всем этим мудакам сверху, то я тоже 100 пудов буду пользоваться успехом. И кое-кто из политиков до сих пор не въехал, что я только начинаю эту славную потеху. Я только начинаю эту славную забаву. Дайте мне сказать слово, и вся толпа будет орать браво. На зло Минздраву я употребляю травы. Привет всем! Снова! Снова вам хорошего сегодня, люди! Так вот, о чем я говорил, ладно, вспоминать не будем. Это был гипноз. Тебе надо забыть то, что ты слышал. Сейчас, в общем, можно вырезать. Сейчас